Новости Богородского района. Богородская43.ру. На Ляжмирском мосту начался очередной этап строительства. Забиваются сваи. Всего их будет забито 21 штука. Сваи, согласно проекту, забиваются на глубину 11 метров. Молоток, который загоняет бетонные опоры, весит 5 тонн. Наблюдая за работой, мы заметили, что на одну сваю, чтобы забить ее на расчетную глубину, уходит 20 минут. О,